покупка билетов на пригородные поезда. Актуальное расписание и стоимость проезда доступны в приложении РЖД пассажиров. Экономьте свое время и приобретайте электронные билеты в приложении РЖД пассажиров. Уважаемые пассажиры, соблюдайте правила безопасности на железной дороге. Не оставляйте детей без присмотра, держите их за руку или на руках. Наушники и капюшон могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Разъясните детям, что проезд снаружи вагона смертельно опасен и запрещен. Будьте внимательны, берегите свою жизнь и предупреждайте об опасности окружающих, особенно детей. Уважаемые пассажиры, электропоезд следует до станции со всеми остановками. 3826 километр. 3812 километр. 3797 километр. 2783 километр. 2771 километр. 2762 километр. 2752 километр. 2740 километр. 2737 километр. 2733 километр. Следующая остановка 2877 километр. Осторожно, двери закрываются.
остановка Каракамск. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка 2850 километр. Осторожно, двери закрываются. Остановка Лугунака. Осторожно, двери закрываются. Остановка Колония. Осторожно, двери закрываются. Тебе письмо про то, что больше не могу смотреть на дерьмо, про то, что больше нет сил, про то, что я почти забил, но не забыл тебя. Про то, что телефон звонил, хотел, чтобы я встал, оделся и пошел, а точнее побежал, но только я его послал, сказал, что болен и устал, и эту ночь не спал. Я жду ответа.
сказали, жарко будет, даже тень, впрочем, в той тени, где я пока сухо и тепло, но я боюсь, пока. Дни идут чередом, день едим, а три пьем, мы в общем весело живем, хотя и дождь за окном, магнитофон сломался, я сижу в тишине, чему и рад. Остановка Илюшкина. Осторожно, двери закрывают. Валерина.
Пермская. Осторожно, двери закрываются. Прошу.
километр. Остановка Корниловка. Осторожно и закрывай. Я больше не прошу, и мне не надо много. Не надо ярких звезд небес и сотни слов. Не надо ни любви, я больше не прошу. Уважаемые пассажиры, быстрая и удобная покупка билетов на пригородный поезд. Актуальное расписание и стоимость проезда доступны в приложении «РПД пассажиров». Экономьте свое время и приобретайте электронные билеты в приложении «РПД пассажиров». Уважаемые пассажиры, на следующей остановке выход будет производиться из первых двух вагонов. How did we ever go this far? You touch my hand and start the car. And for the first time in my life, I'm crying. Are we in space? Do we belong? Someplace where no one calls it wrong. And like the stars we burn away the miles. How did we ever get this far? It shouldn't have to be this hard. Now for the first time in my life, I'm flying. Are we in love? Do we deserve to bear the shame? How did we ever go this far? You touch my hand and start the car. And for the first time in my life, I'm crying. Are we in love? Do we deserve to bear the shame of this whole world?
километр. Следующая остановка Сыропятская. Осторожно, дверь закрывается. Все не напрасно. Дальше не хотим, больше не поем. Ветер в волосах наш, простывший след, слезы на глазах. Нас там больше нет. Мы с тобой молчим, ты и я вдвоем. Дальше не хотим, больше не поем. Больше не поем брошенный куплет. Ты и я вдвоем, нас там больше нет. Не остановка Усадьева. Осторожно, мы с тобой молчим, ты и я вдвоем. Дальше не хотим, больше не поем. Ветер в волосах наш, простывший след, слезы на глазах, нас там больше нет. Мы с тобой молчим, ты и я вдвоем. Дальше не хотим, больше не поем. Больше не поем брошенный куплет. Ты и я вдвоем, нас там больше нет. You and I, 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 you and I
street criticized for what we believe. If we hide, maybe we can make it through. Следующая остановка 2725 километр. Осторожно, двери закрывают. No truth to confirm, no lies to deny, too hopeless to care, we're too scared to cry. Закрывай.
локомотивная. Остановка привокзальная. Осторожно, двери закрываются. Желаем вам всего доброго!